Температура по ветру около 20 градусов тепла и невеликий ветер. Температура воды плюс 10. Для купания на дворе еще не самое сприяльное, але аматоры водных процедур все же таки находятся. Официально на Гомельщине сёлета открывается около 50 пляжей, на яких будут дежурить вартовальные посты. У всех это место отпочинку проверили супрацовники областного освода. Нечего вельми уже небеспечного не знайшли, але, кажуть, вытягнули из воды шмат разностайного смети. В большей части это бытовой мусор. Это бутылки, банки, склянки. Вот. Есть ветки деревьев. Вот. От размыва грунта на пляже иногда обнажаются камни. Безопасность пляжа – главная умова для их открытия, але и комфорт для отпочивальников так само имеет значение. В этом смысле самый проблемный пляж у Гомеля – Новобелецким. Все лето он открывается своечасово, але некоторые работы тут все же таки придется выполнить. Необходимо привезти несколько тонн песку и убрать рослины у прибережной полосе. Об травяном покрове у этом ходе у Вогуля особная размова. Одна из пляжных проблем этого года – клящи. Сколько их у этой траве, докладно не ведает никто, але эпидемиологи кажут, что все это для их вельми сприяльная умова. Меж тем, как опрацовать всего одну сотку территории, необходимо 400 тысяч рублей. Бодай самое значное за уваги у экологов сегодня до Ельского и Брагинского района, где пляжи будут подрыхтованы только у червени. До этого часу, кажут, люди открыют сезон самостоятельно, и не факт, что у таким выпадку он начнется без проблем. Тем больше, что есть обовязковый перелик усяго, что повинно быть у таких местах отпочинку. Предусматривается и обустройство стоянок для транспортных средств, и обустройство питьевыми фонтанчиками, и обустройство туалетами, обустройство спортивными площадками. И хотелось бы отметить, что за последние годы очень много сделано по данным местам пребывания. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».